На севере Франции подсчитывают ущерб, нанесенный ураганом «Аврора». В Нормандии и Британии порывы ветра превышали 150 км в час. Затем ураган переместился в сторону столичного региона Иль-де-Франс. К полудню четверга без электричества все еще оставались 120 тысяч домов. В национальной компании французских железных дорог заявили о нескольких сотнях инцидентов. При этом график движения скоростных поездов нарушен не был. В департаменте «Приморская Сена» скорость ветра достигала порой 175 км в час. Жители этого городка стихия застала врасплох. Около 2 часов ночи поднялся очень сильный ветер. Дом буквально затрясло. Вышел на улицу, увидел, что пол крыши уже снесло. По данным «Метео Франс», ураган «Аврора» продолжает двигаться на восток. Национальная метеорологическая служба Германии предупредила о сильных порывах ветра на севере страны.